это меня недавно пригласили в передачу к Елене Малышевой. Я очень надеялся там спеть песню Юрия Визбора. Не получилось. Очень надеюсь спеть ее сейчас. Причем песня написана в июле, 41 год назад, в 1977 году, на Памире. Я попытаюсь воспроизвести название полностью. «Разговор двух дам, подслушанный правдивым автором в аэропорту города Челябинск, в который по причине непогоды садились самолеты различных направлений». Я не поняла, вы заказали? Нет, не приходил еще злодей. В этих ресторанах при вокзале нас просто не считают за людей. Я во Владик жму из Ленинграда. Муж там без меня на стенку влез. Владик, и дару мне не надо, дорогая. Я в Мацесту сбросить лишний вес. Излишний вес, он словно вес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Встаньте, дорогая, и пройдитесь. Ой-ой-ой, вот тут у вас висит крошка, при моем-то аппетите. Я еле помещаюсь в такси. Говорят, масластым нет прохода. Толстым сейчас не очень говорят. Крошка, это западная мода. Наш он что имеет, то и рад. Шай, говорю, не ешьте на ночь. После 18 антракт. Ну а если гостик там нагрянут? Гости пусть рубают, что хотят. Надо съездить в город Мелитополь. Бабка варит там супец один. Выпьешь, станешь стройная, как топ. Да-да, как артисты, Никулин Валентин. Излишний вес, он словно вес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. А вот эти, извиняюсь, йоги. Крошка, это сумасшедший дом. Я однажды завернула ноги в позлоц, так еле развязал их потом. Где ж официант, будь он не ладен? Вон он, приближается злодей. Мне 4 порции оладий со сметаной. А мне картошкой пиво и сельдей. Излишний вес, он словно вес.